Надо понять цель человеческой жизни. Цель человеческой жизни – это движение к Богу. Поэтому молитва – это и есть выполнение этой цели. Потому что все остальное, что мы сделаем, это мы просто поддерживаем жизнь. Мы вот работаем, там, семью создаем. Все это поддержание жизни. Это не движение к цели. Движение к цели означает отвлечься от этой жизни и начать делать то, что выше нее. И тогда сразу же ты видишь результат. Жизнь становится сама легче. Это означает, что ты идешь правильным путем. Это можно сравнить с тем, что кто-то живет в болоте. Там очень трудно жить. Там мутно и грязно. Но можно же вылезти из болота, уже легче будет жить. Чем выше человек поднимается, тем легче жизнь. Есть рай, высшие планеты, где верующие люди живут. Есть ад, где атеисты живут. Там еще тяжелее, чем на земле жить. И есть вот наша Земля. И разные другие похожие планеты на нашу Землю. В которых живут люди, которые еще пока не поняли, куда им, в рай или в ад. Или вообще в духовную обитель, где Господь живет. Наша цель – движение наверх. Но самое главное для того, чтобы к этой цели идти, надо разобраться, кто мы. Потому что некоторые люди считают себя Богом. Они думают, что Бог и я, разницы нет. Вот это очень опасное мышление. Это ошибка. Если ты Бог, ну тогда живи как Бог, что ты мучаешься? Бог вечный, Он не мучается. И мы вечные, но мы частички Бога. У нас есть выбор. Или к Богу идти, или от Бога. Мы должны выбирать все время. В этом наша особенность. Молитва – это и есть то, что надо делать больше всего на свете. И это облегчает жизнь, делает жизнь успешнее и также дает возможность достичь цели жизни. Когда человек выше поднимается, ему легче. Имеется в виду выше, вот, допустим, социальную лесенку взять, допустим, да? Есть люди, которые хотят денег, но сами деньги не облегчают жизнь. Но если человек обладает высокими качествами характера, он будет счастлив в отношениях, счастлив везде, со всем. И ему даже не надо много денег, ему не так будет сложно зарабатывать. То есть качество характера выше, чем приобретение финансов. Они делают жизнь другой совсем. Это называется высшее, более высокое социальное положение. Часто люди думают, социальное положение высокое означает быть у власти там, и так далее. Это тоже так, но я говорю о другом. Я говорю о том, что облегчает реально жизнь. Потому что люди думают, что у них много денег, им легче жить. Там больше трудностей, наоборот. Деньги часто сковывают жизнь человека, он всего боится. У меня есть один знакомый, влиятельный человек, он постоянно с охраной ходит. Я говорю, тебе не сложно так? Он говорит, это вообще тяжелая очень жизнь, потому что нет свободы. Ты должен постоянно зависеть от того, что происходит вокруг. Почему ковбой Джонни неуловимый? Потому что он никому не нужен. Если бы он был нужен кому-то, то был уловимый. Ну, все понятно?